Украины. Мы собрались здесь отметить годовщину провозглашения государственного террора, который был принят в 2016 году. Совсем недавно выяснилось, что очень многие жертвы из первых похоронены здесь, в Петербурге. Сейчас мы пройдем сюда, чтобы все войти. Мы можем пристать к старшему военному камню, чтобы сегодня месту, где мы отвечаем за юбилейные даты, связанные с террором. Когда мы направляемся туда, в сторону Нарышки. Отправляются по крепости Нарышкина бастиона, где были отрезаны.
такая небольшая процессия направляет на Павловскую крепость. Такая небольшая пауза, трансляция продолжится.